Ведь я же из того поколения, да и вы из того поколения, когда там «Радио Свобода», «Голос Америки», BBC, все это забивалось, заглушалось. И мы жили вот в доме на улице Петра Монтина. Над нами жил мой товарищ детства, Саша Бояринцев, очень хороший мальчик, мы с ним выросли вместе, а потом стал работать на так называемой забивалке. Вот. В Баку, в районе стадиона, вот это была служба, которая забивала зарубежные радиостанции. И вот и так картина. Жара бакинская, лето, все сказать, настежь, Юля сидит в коридоре бакинского, что называется, напоминающего итальянского, дворик, голый по пояс, рядом кастрюля с компотом. Значит, влево газета, перед ним радио «Спидола», он что-то там ловит на «Спидоле», и бежит Саша на вечернюю смену, и Юля через двор ему кричит: «Саша, с 9 вечера ничего не забивай, я буду «Голос Америки» слушать». Да? И вот в 9 вечера, вопреки всем законам жанра, в городе Баку блистательно можно было... Ну, вот вам отличие бакинской советской власти. Вот я говорю, что Баку, с 9 до 10, пока Юлик слушал «Голос Америки», и ни хрипотца, ни писка, а в 10 часов опять... Замечательно.